Как долго в Красноярске продержится жаркая погода и будут ли на этой неделе дожди? Прямо сейчас узнаем у специалиста гидрометцентра Ивана Гордеева. Он на прямой связи со студией. Добрый вечер, Иван. А какой именно будет температура в ближайшие дни? Добрый вечер. Довольно высокой. Сейчас наша территория находится в теплой передней части обширного циклона, центр которого располагается над Тюменью. Погоду у нас по-прежнему определяет поле повышенного атмосферного давления, обеспечивая нас близким к рекордному прогревам воздуха. Но уже с запада к нам надвигается холодный грозовой фронт. Он уже прошел Урал и сейчас сместился в Западную Сибирь. Перед фронтом в юго-западных потоках сухая и жаркая погода в ближайшие дни будет только нарастать. Завтра в городе ожидается без осадков и до плюс 34, а вот среда ожидается самым жарким днем на неделе, с возможным опасным прогревом в дневные часы до плюс 35-37 градусов в тени. И весьма вероятно, этот прогрев побьет рекорд жаркой погоды июня 2010 года. Ближе к вечеру среды ветер немного усилится, небо затянет облачностью, а осадки в виде небольших кратковременных дождей начнутся с ночи четверга. Жара немного отступит, дневные часы ожидается около плюс 30. Вот основные осадки все же мы ждем с прохождением этого фронта, ждем в пятницу. Температура воздуха также будет колебаться около плюс 30, и весьма вероятны в эти дни грозы. Но надо сказать, что прохождение этого холодного атмосферного фронта по нашей территории пока ожидается не опасным. Будем следить за его развитием, если что, по необходимости будем предупреждать краткосрочно. Что касается выходных, то к концу недели осадки пойдут на спад, небо вновь станет преимущественно ясным, и вновь дневной прогрев около плюс 30. Ну а что будет дальше, узнаем через неделю. Ольга. Спасибо, Иван. О жарких погодных перспективах рассказал сотрудник гидрометцентра Иван Гордеев.